Hello everyone, всем привет! Итак, сегодня мы с вами посмотрим новинку от группы Abyss Watch Me. У них вышла новая песня Make Sense. Давайте вместе смотреть, удивляться, плакать. Я не знаю, что они для нас придумали. Это, в общем, будет официальное музыкальное видео. Still a child, I wondered, where did your scars come from? And why you rarely ever mentioned home? You tried to hide the weight inside. Oh my, I wish I knew before. You were still alive. I keep forcing you to speak what you feel. Pain hidden well behind a smile. Oh my, I wish I knew before. There's a story behind every broken home. Now who's gonna tell me yours? Thank you.
песня от группы Abyss Watching Me. Очень интересно звучит, потому что если отталкиваться от тизера, там у нас был совершенно другой вайб, другое настроение, а тут оно прям чувствуется, что это такая более личная песня, потому что, если я не ошибаюсь, по-моему, Егор написал, что она как бы затрагивает и его жизнь, и это чувствуется в самой песне, в его голосе. Но могу сказать, что я в припеве его голос не узнала. Это как будто кто-то другой пел. Возможно, Егор применил какие-то техники другие, но мне понравилось, как это звучит, правда. Тут эта хрипотца есть. Потом он какой-то более... Может, более ниже стал голос в плане... вот именно в припеве, потому что в основной части, да, там прям четко слышно, что это его голос, но в припеве это что-то вообще по-другому было. Он как-то более бархатный, что ли, и, может, вот это все соединилось, и хрипотца, и более низкий голос нам дал такое звучание в плане того, что немножко звучит по-другому. Если, конечно, это будет звучать на концерте так же, это будет круто. Я надеюсь, что это... Егор потрудится и нам выложит именно вот... Вот такой голос в лайв-версиях. Вот. Итак, по поводу визуала. Мне очень понравился, как выглядит клип. Как вот этот человечек. Возможно, это все связано, вот именно то, что это все лиричное. Какие картинки здесь показаны. Как это все сделано. Это тоже такую продает свою атмосферность. И в плане того, что это все... прочувствуется лучше, и вот эта особенно линия в плане как кардиограммы есть, вот, и это здорово, это вот прям подчеркнуло все, что нужно было. Возможно, даже хорошо, что здесь не было ребят. Может быть, надо было тогда под эту песню именно делать какую-то историю в плане того, что, может, связано с ребятами, как они, допустим, что-то переживали и так далее. Но вот то, что есть такой визуал, мне кажется, каждый человек примет на себя. Мы все немножко ранены, как если почитаете текст песни, там есть такие... есть такое в песне, именно в самом тексте, то каждый примет это все на свой счет и, наверное, как бы свою историю положит на эту музыку и на это видео. Мне очень понравилось, конечно, это все здорово. Также у этой песни есть русская версия, но я ее не буду слушать, потому что я не хочу реветь, правда, именно на камеру. Я лучше после это сделаю. Но я думаю, что там тоже очень все круто и супер сделано. Вот интересно, на концерте будет звучать русская или английская версия. Вот, я думаю, что кто-нибудь это снимет, и мы это увидим. Вот, но это очень потрясающая работа. Я надеюсь, что что-то еще будет выходить перед самим туром. И уже потом нам придется ждать альбом. И посмотрим, как это будет так же разрывной, как Никс. Либо это переплюнет Никс, либо это... Не знаю, будет на втором месте от Никса, например. В общем, ну, это было все очень здорово, очень круто, мне понравилось. Так что я надеюсь, что, ребят, вы поддержите этот клип. Напишите комментарии, чтобы об этом узнали больше. И тем более, в начале клипа тоже было написано, если вам какая-то нужна помощь, в плане того, что психологическая и так далее, там есть номера, и куда вы можете обратиться. Только, правда, почему-то именно в самом описании, где Dream Bound, об этом не сказано. Но я думаю, что каждый поймет, про что это было. И реально, если нужна какая-то помощь, обратиться, и всем всегда вам помогут. Вот, в общем, вот такая была моя реакция. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это все очень важно для продвижения видео. Также поддержите ребят, тоже напишите комментарии, все ссылочки оставлю, и не забывайте, что группа Abyss Watching Me в осенью начнется тур. Да, пусть он не супер масштабный, как был. А, ну это Марин тогда был масштабный. Вот, в общем, приходите на концерт, и вы не пожалеете, потому что там такая очень особая атмосфера. И я думаю, вам там понравится, если вы поедете на концерт. Вот. Я говорю, тот человек, который на каждый концерт ездит от группы. Вот. Также подписывайтесь на социальные сети, у меня ссылки все в описании. Подписывайтесь на Boosty, Patreon, на Яндекс.Дзен, это тоже все поможет для продвижения канала. Вот.
Оставляйте свои комментарии по поводу, что вы прочувствовали от этой песни, как вам визуал, как вообще относитесь к этой группе. Было бы интересно об этом почитать. Вот. И если хотите поддержать меня финансово, в описании все ссылки. И подписывайтесь на Телеграм, где я с вами общаюсь. Ну а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Бай-бай.